попытаемся. Сейчас. Вторая попытка на своей машине. Это утро в Геленджике. Мужчины занимаются машиной, пытаются ее разобрать, я так понимаю. На запчасти. Вон, смотри, что творится. Ну, это мы. Это наши три машины. Это Юрна машина. Эмблема УАЗа. Вот она, пожалуйста. Не патриот, потому что все внутри чужое. А нам говорят, покупайте патриота, да? Короче, не знаю, как мы поедем. Ехали сюда нормально. Мужикам что-то приспичило поменять демпферный диск. И все на этом пока что. Так мы сообща пытаемся нашу машинку возродить. Вот это Геленджик днем. Набережная, длиннючая. Вон аж туда уходит набережная. Вокруг всей бухты. Вот бухта такая большущая. И вон туда, вон парусник. Один и второй яхты. Вот туда еще он идет. Вся эта набережная от и до, по всей бухте. Люди катаются на великах, на самокатах. Это наша кухня, наша плитка. Сейчас Саша будет колдовать над кофе, да. Ну что, Саш, впечатление-то? Южном городе. Набережную мы еще сфоткаем. Набережную. Ну, люди дикие, ну, очаровательные. Нам больше лес по душе. Горы, лес. А вот это вот табором стоять как-то не очень. Все, выезжаем из Геленджика. Куда едем, не знаю. Нам не говорят. Все в секрете. В большом. Я так поняла, что сами не знают куда. Масло. Ну слушай, ну это Краснодарский край, где всегда так вот. Если бы не было подсолнухов, то бы масла бы не было. Девушка, что вы тут делаете? Уйди от меня, уйди. Саша, хочешь деньги? Я так понимаю, девушка нервничает, кидается лифчиками, хочет спать. Я, по сути дела, мы тут укладываемся спать. По сути... Мы не поедем вниз? Нет, не поедем. Да, весело очень так. Короче говоря, сейчас спим час и идем встречать рассвет.
подобрался и нагло уселся на стуле. Отдыхать так отдыхать. Саша. Ну, заехали, слава тебе, Господи. Правда, тяжко ночью было. Вот уже тучки появились, то было чистое небо, а сейчас тучки появились. Вот наш лагерь. На волне. Ой, Эльбрус осматриваем. Против Эльбруса, да? Не, ну так я понимаю, отдыхать можно. Вот наша машинка сама сюда доехала. Слава тебе, Господи! Этот уже совсем закрылся, Эльбрус. Да, что девушка скажете? Ой, обалденно красиво. Стоило сюда ехать, подниматься в такой гор. Но зато какие впечатления на всю жизнь. Да. В общем, никто не обманул, да? Да. Ни интернет? Не-не, классно, супер. Ни ожидания. Такие скалы, как из кусочков камушков сделаны, да? Очень офигенно здесь, просто офигенно. Здесь офигенно очень. Здесь офигенно просто. Здесь просто офигенно. Так выпьем же. За то, чтобы солнце встало. Ёжики в тумане! Thank you.
Васянчук и природа. Песен еще не написанных. Сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе, где жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Васянчук, ну... Прям клип. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. Если есть порох, дай огня. Пройдет по следу одинокому, сильные да смелые головы сложили в поле. В бою мало кто остался в светлой памяти, с трезвой рукой да трезвом уме в строю. Там где-то эльпу. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Где же ты теперь, воля вольная? С кем же ты теперь ласковый рассвет встречаешь? Ответь! Хорошо с тобой, но плохо без тебя. Голову до плечи терпеливые под плеть. Под плеть. Солнце мое, взгляни на меня. Моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня. Вот так. Песен еще не написан. Сколько, скажи, кукушка, пропой. Пердели на выселках, камнем лежать или гореть звездой. Звездой. Память о Викторе Цое. Вот Юра фотографирует красоту нашу. Вот ребята к нам приехали. Слава Богу. Добрались. Сквозь бурю непогода. Кто хочет, да, поговорка. Все-таки мы здесь. Тот всегда найдет и дойдет. Да. Ой, красиво, красиво. Луч солнца золотого вдруг скрыла пелена, и между нами снова вдруг выросла стена. Что, опять? Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Это что-то пьяный Мишанчук. Что это пьяный? Выпивши слегка? Как всегда, лезет в кадр, портит красоту нам. Вот так вот, значит, Мишанчук не красота. Да ты посмотри, пьяный Мишанчук, какая же это красота. Вот трезвая красота. Вот сколько ни снимай, красота не уменьшается. Только наоборот, улучшается.
расщелину и остановись. Thank you.
кстати, мы ищем какой-то лабиринт. По-моему, уже в нем. Мне так кажется. Девушка, пойдем. Да, они уже там. Ой, какие мы тут препоны преодолеваем. Это просто. Если это место будет не стоит того, то я прям не знаю, что мы попробуем. Да одна корона уже этого стоит. Смотри, какая ладья. Ну, это ж типа лабиринт Амин... Да, да, это ж лабиринт Минотавра. Ну как водичка-то? Газировка бесплатная. Халява? Да. Что горит. Не знаю, запах. Вот после этого открытая, думаю, что такой странненький дым шум идет, знаешь? Да, Дима. Дима, колеса. Колесо горит. Is he such a stranger? Is
is such a strange town. Красивая. Альбрус, вот он. Вот он. Мы его оттуда снимали, а теперь вот он. Красавчик. В точках. Чистого сердца. Прикрываю эмблему, видишь? Чтоб не светиться. Дзынь. За приезд, за новое место. Да. То раньше пили за приход, теперь за приезд пьем. Девушка, скажите, что вы думаете о сегодняшнем дне путешествия? Ну, такой насыщенный. Экстрима выше крыши. Сегодня. Ну разве это экстрим? Ну что? Как же вы сюда попали? Ну как же вы вообще? Цирила, все благодаря вот этому вот этому типу, который пытается скрыться. Стесняется, наверное. Ну скажи что-нибудь. Я тут ни при чем. Они еще не знают, что завтра будет. Ой, да. Я это слух сказал. Он говорит здесь. Знаете, 6 дней уже это опять.
катал по этой дороге. Ничья такая, по обрывам. Там речка. Нам туда. If you're drifting on an empty ocean. Дима на первой едет, а она уходит. Туда не пройдешь. Ну вообще. Вот такие навесы. Каменные. Местный барашек, местный. Бегал по горам. А вот здесь местный салатик. Так выпьем же. Так выпьем же. Откуда такие правильные речи, девушка? Отсюда. Из Крыма. Раз, переводи на А622 УЕ. Ну да. Наш УЕ там где-то стоит. А вот и Дмитрий. Этот клятый москаль, который нас сюда затащил. Вот наша очередная стоянка. Там еще снег лежит в горах. Сейчас облака нашли. Саша, доброе утро. Доброе утро. Алло, уже доброе, потому что кофе уже попили. Как настроение? Ой, настроение класс. Просто.
Здесь все время классное настроение. Даже от погоды не зависит. Вот вчера тучки висели в городе, и так они перед этим показали всю красоту с тучками. Ну что, девочка, расскажет? Ну вот, добились, едем на канатке. Та закрыта, мы на этой. Прикольно. Стремно так. Едешь, всего лишь какая-то штучка тебя закрывает, непонятно. Ну, ладно. Вот я навстречу ей. Ой, мама, трясемся. Ну вот, мы с Виткой поднимаемся по канатке. Мы с Сашкой поднимаемся по канатке. Там где-то там людей. Здесь очень много. Где-то горы. Ну ладно. Страшно. Страшно. Я тут был. И ты тут была, да? Тут только Саша у нас. Вон какие камни. И ты тут была, вино пила. И какие камни зеленые. Рыжий, зеленый. Вот, мы теперь едем по одному. Там еще какая-то станция наверху, видишь, купол. Это метеостанция, это как обсерватория. Обсерватория. Сашка пошел еще выше. За два уровня канатки прошли и еще пошли выше. Только солнышко позволяет. Сашка умотал на самый верх этой горы. Его не дозваться оттуда. Гаврик еще. Тяжело себя снимать, еще и бежать, смотреть куда под ноги, по такому курумнику. Опа. Ну что, девушка, рассказывайте. Какое впечатление о горе? Очень красиво. Всем советую сюда приехать. И мне кажется, что я еще раз приеду. Мне очень понравилось. Пока не на озеро, мы еще не сходили.
Здесь только мест, куда мы еще не сходили, сколько их много. Ну, вот. Тут мало недели, тут надо, наверное, месяц. Ну, скажи, мы здесь потеряем день, но съездим еще на водопад девичьи струк. Витя сидит, фотографирует, чтобы не бояться. Потому что там... Ух! Она еще когда дрожит или шатается, то как-то стремноватенько. Где-то там мы сегодня были. Какому-то озеру. Даже не знаю, как называется. Надо посмотреть на карте. На стоянку. Пошли купаться ночью. Думали, оно пресное, оно соленое. Саша кофе готовит. А тут аппарат сидит. Прямо с самого утра. Мама. Мама рация, да? Верно.
Прямо с двух рук. По-македонски. Даутский заказник федерального значения. Золотые ворота или царские. Не знаю, Господи, помоги нам, силы небесные. Силы земные. Силы вселенные. Дальше машина сопротивляется. Будем тянуть лебедкой. И там камни такие крутые. Крутой подъем. Your
Нас просто тянет, просто тащит по дороге. Подскочил. Сашечка, миленький, аккуратно, пожалуйста, на первой едь. Первое место, на которое мы приехали вначале. Там еще и этих мест выше крыши. Чем это он так шкварнул? Защита нам нахер не нужна, конечно! Поехали! Нет слов с вами! Ух, красота какая! Отлично, еще чем... Нет слов, нет слов. Спасибо, Дима, за хороший просмотр. Проезд, просмотр озера в лесу. Господи, помоги нам доехать до Симферополя целыми невредимыми на нашей машине. Прямо прыгаем. Мотыляет, как не знаю кого. Собачий хвост. Что мы опили, не снилось это все. Никогда. В страшном сне. Это конь Тугезы. Где он ездит? Вот они ворота, царские называются. Слава тебе, Господи, через царские ворота. Ну, Петь, ты их покорми. Остальное сдержи. Котелок этим. С деком. Папе тоже. Или вы одну миску? Нет. Ну вот, папе, наложи тоже побольше.
Что за хасаука? Сейчас посмотрим. Хасаука. Здесь, на склонах горы Хасаука, 1 ноября 20 октября 1828 года произошло одно из ключевых сражений Кавказской войны между царскими войсками и карачаевским ополчением, предварившее вхождение Карачаева в состав России. Постепенно покидаем Кавказ и едем домой. А сколько нам до дома? До дома? Да. Давай трубницу. Ну, грубо 1000, да? 1000 километров. Саша хочет за один день проехать. Но я сомневаюсь, что мы это осилим. Возвращаемся домой после этой дороги Камикадзе. У нас маленькая поломка. Саша уже починил. Тронёк клацаний нашего колеса подвязала на веревочку.